Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез, тайн с лором игры. Практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. Да, собственно, они слышны до сих пор в игре. В той же и в Риме мы видели отпечатки рук человека на скале и на скальной рисунке. Многие игроки не обращают внимания на многие происходящие вещи, да и собственно, скорее всего, это больше интересует таких людей, как я, которые хотят изучить и изучают внутренний мир The Isle. Как по мне, это круто. Понять, что происходило в игре, будет происходить. Ведь многие происходящие в игре вещи, так или иначе, подчеркивают нам будущее и прошлое в игре. Да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Возможно, даже уже готовым. Для тех, кому интересно, в описании я оставил ссылку на плейлист «Тайны», ну а в сегодняшней рубрике «Непонятный мне крик динозавра». Услышал я его, играя на одном из офф-серверов. Назову это криком «Трицератопса» или «Диаблоцератопса». Не осуждать в комментариях, почему крик «Трайка» или «Диаблоцератопса», но по сути, то, что идет разработка данных видов. И те звуки, которые я услышал, тот звук чем-то схож с криками с Legacy. Разработчики с периодичностью заходят повеселить игроков. Достаточно вспомнить, как Punch Packet троллил игроков на Троадоне еще до выхода обновления гнездования. Или крики нового дилофозавра в обновлении 6.5. Мы это видели и краем слышали. Не знаю, может я ошибаюсь, но скажу одну. Если это не просто вставленный звук на карте, то это имба, господа. Короче, слушаем. Ну вот, собственно, как-то так. Обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал и ждите новую тайну. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.